Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день вы будете видеть свежие обзоры на все, что происходит в нашей игре. И в этом видео мы с вами обсудим набор за 8500 голды, в котором вы можете приобрести себе левчика вместе с бустерами в количестве 25 штук разных видов. Вы можете взять себе аватарчик, который не знаю кому сейчас нужен, X5 в количестве 25 штук, которые, кстати, подходят на разные танки, а не конкретно на леву. И в этом действительно есть позитив. В отношении открытого оборудования 3,5 миллиона серебром экономии и почему-то необъяснимо для меня два легендарных внешних вида. Но я не думаю, что вы будете переодевать свой танк постоянно, поэтому скорее всего выберете один из них, а второй в принципе вам не нужен будет. Мне лично больше нравится вот этот. Он какой-то более красочный, более яркий, более интересный, хотя для любителей историчности в нашей игре, мне кажется, вот этот подойдет тогда уж больше. В любом случае два легендарных внешних вида вам не надо, это как все равно, что носить два галстука одновременно. Хотя многие люди галстуки меняют, и это правильно. 8500 золота. Мы все помним по поводу того, что левчика в составе практически такого же набора продавали за 5,5, а один раз леву можно было усредненно взять в составе набора с другой тачкой за 5000 голды с вот этим легендарным внешним видом колосс. Поэтому за 8,5 рил очень дорого. Что могу сказать по годности машины? Машина, несмотря на то, что ей лет и лет, действительно годная и для игроков средней руки, для начинающих игроков вполне себе подходит, но явно не по такой цене. Стоит также отметить, что скорее всего в ближайшее время будет слив ресурсов, где возможно можно будет получить себе вот эту машину, сливая свои ресы, ну и соответственно стоит подождать слива ресурсов и сейчас не горячиться и не покупать левчика. Но это мое мнение, а вы уж принимайте решение самостоятельно. В отношении того, что машина собой представляет по техническим характеристикам. Да, действительно вялая подвижность, но у него броня есть 35 вперед, 15 назад. По орудию. Здесь все классно, хорошее немецкое орудие, 3,6 время сведения, разброс 0,303 с правильно установленным оборудованием, улучшающим именно этот показатель. Ну и урон в минуту 2135, который вполне себе легко реализуем. Все это благодаря тому, что у вас есть вполне себе приятное время перезарядки, 8,7 секунды, и это при том, что вы накидываете по 310 единиц урона. Да, можно сказать, не сильно срывает звезды с неба, хотелось бы, чтобы здесь было там 340, конечно же лучше 360, но и при 310 играть вполне себе можно. Пробитие на достойном уровне, а уровень склонения орудия вниз составляет минус 8. 8 градусов вниз можете склонять свое орудие, с учетом того, что башня обладает броней, ком-башня не такая уж и большая, а вверх бронелисте шикарная поведенка, то от неровностей где-то от холмов отыгрывать сам боженька велел. Ну что, берем машину и поехали посмотрим, на что она способна в сегодняшнем рандоме. Итак, ребят, поехали. Начинаем, как обычно, с подвижности. Как я говорил, подвижность вяленькая. Да, действительно, машина тяжело набирает скорость, тяжело тянется вперед, но это объяснимо, потому что уровень бронирования данной тачки не оставляет желать лучшего. Оно действительно на высоком уровне. Могу сказать от себя, левчик меня радует до сих пор. Много лет находится в моем ангаре, периодически я его выкатываю. Он как-то посвежел для меня после того, как ему добавили этот легендарный внешний вид. И это, скажем так, способствовало тому, что я больше внимания начал уделять данной машине после того, как на определенное время, можно сказать, забыл о ней, исходя из того, что начали появляться новые танки. Ну а когда ввели новый легендарный внешний вид, а точнее дополнительный легендарный внешний вид к этой машине, то для меня она как-то заново заиграла какими-то красками. Хотя, безусловно, на геймплее это абсолютно не отразилось. Что такое Лёва? Лёва — это спокойная игра. Игра не торопясь, игра размеренная, игра спокойная. И главное, не вынуждающая вас, как правило, рисковать. Вы просто спокойно играете со своими союзниками, пользуетесь довольно-таки приятным орудием, которое позволяет даже без полного сведения хорошенько закидывать по соперникам. И при этом всем вы можете выходить из боев с результатами в 2-2500 нанесенного урона. Главное, никуда не торопиться, особенно в боях, в которых вы, как в этом бою, допустим, играете против девяток. В данном бою вы должны быть танком поддержки. Но если вы играете против 8, а уж тем более против семерок, то, как я люблю говорить, сам боженька вам подсказывает. Срывайтесь вперед, едьте продавливать направление, а не бойтесь атаковать. Вас хватает и запаса прочности, и запаса брони для того, чтобы можно было вполне спокойно отыгрывать. Вы можете вполне спокойно не только добирать, но и разбирать ваших соперников. Все это Лёва действительно может делать. Да, возможно, в этом бою я не наберу какого-то большого количества нанесенного урона, но в любом случае я был
полезен в этой катке и в любом случае сделал свое дело. Я сделал один фраг, да, пускай добил одного из соперников. Я накидал немножечко урона, хотя пускай не сильно много. Но что меня радует в Левчике, это то, что он до сих пор продолжает быть комфортной машиной для игры, как я уже сказал, спокойной и не сильно адреналиновой. При всем моем результате я сразу получаю знак классности 3-й степени, и при этом всем я, понятное дело, нахожусь в середине своей команды, да нет, даже внизу, ребят, но с массой позитивных эмоций. Сейчас поставим лайки нашим союзникам, обязательно похвалим наших соперников, им очень сильно неприятно пришлось в этом бою, потому что победа, если я правильно помню, со счетом 7-0, это действительно морально-психологически очень давит, поэтому, надеюсь, мои лайки их поддержат. Ну, а теперь давайте возьмем тачку и попробуем зайти еще в один бой. Ну что, друзья, везет мне как утопленнику. Опять играем против девяток, причем в этом бою у нас еще и тяжей у команды соперников на один больше, нежели у нас. И я, соответственно, не поеду вместе с нашими двумя тяжами к точке D, потому что там мне морду очень быстро набьют. Надеюсь, у меня получится качественно отыграть вместе со своими союзниками средними танками на этом направлении, перескочить как-то с борта, либо с кормы к соперникам и там уже показать себя во всей красе. Но, не знаю, возможно, я допускаю стратегическую ошибку, и это приведет к поражению. Бог его знает, предугадать все, к сожалению, невозможно. Ну что, поехали! Поехали, попытаемся сделать чего-нибудь годного. Так, о! Привет, друг! Ай, как неприятно мне сделали только что! Повредили боеукладку практически сразу. Ну, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Блин, да чё, кроме меня нет кого стрелять, что ли? Хватит, ребята, хватит делать мне больно. Я не хочу, мне это не нравится. Ого! Ё-моё, куда не поедь? Вот это я приехал. Я, честно говоря, не ожидал, что сейчас, ребята, соперники сконцентрируют свое внимание именно на этом направлении и просто как в тире будут нас здесь расстреливать. Я ожидал, что мы приедем, встретим здесь несколько средних танков. Ну, в частности, там, средние танки ПТ-шку, допустим, какую-нибудь. Набьем им морду хорошенько. Потом поедем дальше триумфальным шествием, будем разбирать соперников. Но нет, фиг там. Ну и понятное дело, что как бы хороша ни была броня у этой машины, против девяток выстоять очень сложно. Да и многие восьмерки, пользуясь голдой, тоже, понятное дело, пробивают. Особенно тяжело справиться с этими всеми пробитиями тогда, когда, ребят, соперников очень много, ну а союзников остается все меньше и меньше. Такс. Ну все, выставил корму. Но как получилось, так получилось. Вырезать ничего не будем. Сейчас досмотрим данный бой. Ну и, соответственно, попытаемся сделать что-то получше. Итак, ребят, по результатам 1582 единицы нанесенного урона, 1 уничтоженный соперник, в отношении фарма 31800 серебром. Стоит отметить, что Левчик является одной из самых фармящих машин на своем уровне, 185% доходности. Это очень много, с учетом того, что большинство восьмерок имеет 170-175%. Ну, по моим результатам, 3-е место в команде по количеству нанесенного урона. И да, я не стесняюсь своих поражений, по одной простой причине, потому что знаю, что такие поражения есть у всех, и те, кто показывают в своих роликах исключительно победные катки, лукавят и показывают вам не совсем правду. Поверьте, у них тоже есть проигрышные катки, просто их они скрывают. Я же ничего скрывать не собираюсь и показываю все таким, какой оно есть на самом деле. Если вы за честность, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ну что, ребят, поехали в очередную каточку. Ну что, братцы? 3-я катка, и наконец-то, я попадаю в бой, исключительно против восьмерок. Это не может не радовать, потому что против восьмерок играть куда попроще будет, нежели против девяток. Ну и очень сильно надеюсь, что в этом бою смогу показать машину такой, какая она есть на самом деле, когда вы играете именно против себе подобных тачек по уровню. По поводу угла склонения орудия вниз. Я говорил, что угол склонения орудия вниз здесь действительно очень комфортен. Минус 8. И по игре от неровностей в край удобно отыгрывать от башни.
Причем стоит отметить, что, как я говорил, башня имеет очень хорошую броню, ну и в частности очень хорошую приведенную броню. Она вся округлой формы, и там действительно прилетают непробития довольно-таки часто. И это не рандомно, это на постоянку. Ну что? Отыграть от неровности не получилось, никто из соперников сюда по-человечески не приехал. Что меня также радует в Левчике, это то, что он умеет забрасывать даже без полного сведения. И делает это довольно-таки часто. Даже на ходу, передвигаясь по карте, вы вполне спокойно сможете закидывать в своего соперника, даже не переходя в снайперский режим, просто наводя свой прицел на соперника, и этого будет более чем достаточно. Ну, давай, показывайся. Пробили. Перезаряжаемся. В отношении КД я говорил, что 8, грубо говоря, 8,5 секунд, точнее, по перезарядке, это действительно очень комфортный показатель для данного орудия. Хотелось бы, понятное дело, чтобы было быстрее, чтобы было больше урона, но если все это надеть на тачку, то получится, что данная машина будет мега имбой на своем уровне, а, понятное дело, разработчики этого не хотят, поэтому апать Леву, как я понимаю, не собираются, по крайней мере, в ближайшее время. Да и в целом я не помню, чтобы Левчика апали. Да и не могу сказать, что он, в принципе, нуждается в этом. Вполне себе играбельная машина. Что также радует в этой тачке, она абсолютно предсказуема. То есть ты всегда можешь знать, какие конкретные результаты за бой ты получишь, на что ты способен, на что нет. Ну и, соответственно, сколько приблизительно ты будешь получать серебром по результатам каждого боя, если именно этот показатель в танке тебя также интересует, помимо фановости, веселья и комфорта игры. Лёва может фармить, и даже из поражений вы будете выходить с прибылью, а значит, если вы хотите приобрести себе восьмерку ради фарма, то Лёва один из лучших вариантов, который на сегодняшний день есть, несмотря на то, что эта машина прям совсем длинную бороду имеет. 1834 единицы урона, один уничтоженный соперник, ну и теперь давайте посмотрим на результаты по бою. Ну, как вы видите, в целом можно было бы победить, если бы не низкие результаты других союзников. Я никого не порицаю, каждый играет так, как умеет и дает те результаты, которые может. Но согласитесь, если бы команда сыграла хоть как-то качественнее, то в принципе на победу в данном бою можно было бы выйти. Все шансы для этого были. Ну как сыграли, так сыграли. Как я говорил, я ничего не вырезаю, ничего не выбрасываю. И в конце концов я делаю абсолютно честные обзоры на то, что появляется в нашей игре. И в частности на танки, которые появляются на продаже. Годен ли Лёва на сегодняшний день? Да. Вполне себе. Годен ли тот же самый Кейлер? Тоже годен, но только вопрос заключается в том, что Кейлер будет все-таки немножечко подороже, если объективно смотреть на реальность. А почему Леву оценили 8,5, я не совсем понимаю. Стоит ли покупать набор, решать, безусловно, вам. Мое дело показать его таким, какой он есть на самом деле. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам искренне желаю мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.